день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Озимок». Добрый день! Сегодня мы с вами наблюдаем за процессом вязания филейного топа. Топ у нас филейный необычный, называется «Сухоцветы от Валентина». Чем он отличается, я вам покажу. Вначале смотрите. Мне хочется обратить внимание на первый наборный ряд для филейного вязания. Смотрится очень красиво, набирается очень легко. Я хочу вам показать, как можно легко набрать, как легко связать первый филейный ряд. Если вы решите связать филейную кофточку, платье или топик, делаем первую петельку, провязываем 1, 2, 3. 4 провязали, сделали накид и в первую петельку столбик с накидом вот так вот. Теперь еще 1 2 3 4, накид и в первую петельку столбик с накидом. Еще разочек 1 2 3 4, накид в первую петельку столбик с накидом. Провязали столько, сколько вам надо. У меня вот таких красивых петелек получилось 60 штучек на 46 размер. Вы связали необходимое вам количество. Как вязать филейные квадраты вот из такого наборного ряда? 2, 3, 4 воздушные петельки. Сделали накид. И вот в центр этого волнистого набора мы провязываем столбик с накидом. Сделали одну воздушную петельку и между волнами столбик с накидом. Сделали воздушную петельку и между, в центре прям вот он, столбик с накидом. Таким очень несложным способом между вы провязываете равномерно то количество филейных квадратов, которые вам нужно для вязания. У меня, повторюсь, было 60. Вот. Теперь мне хочется вам рассказать, как красиво можно связать интересное филейное вязание топика, интересное заполнение и вывязывание филейного кружева, нестандартное. Не как обычно, не как всегда. Вот у нас есть такой рисуночек. Вы его видите. Но заполняем мы совсем по-другому. Вот смотрите, там, где пустые клеточки, мы провязываем столбик с накидом. Как ни странно, да? А там, где у нас заполненные, заштрихованные рисуночек, здесь мы провязываем пустые клеточки. То есть мы вяжем филейное вязание наоборот. И у нас получается очень интересно. Давайте посмотрим. Первые 7 рядов я провязала просто столбиками. Вот они у меня. И теперь рассмотрим схему, как же вязать. Теперь вот еще обратите внимание на мои метки. Я посчитала, сколько у меня узоров вместится. Сделала себе красное разграничение. Поставила себе меточку. И с этого момента я вяжу по узору. Вот. Наш узор составляет 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с накидом, предполагаемых, что это филейные клеточки, заполненные столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. У меня одна филейная воздушная петелька филейная в квадрате. Как нам определить, что мы провязали 5? Вот, смотрите, вот эти 3 петельки обозначают один квадратик. 5, 2 квадратика, 7, 3 квадратика. У нас здесь 5, то есть у меня здесь 11 столбиков с накидом. Теперь вот смотрите, считаем заполненные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 филейных пустых клеточек. Вот они у меня, 8. Дальше, 1, 2, 3, 4.
4 заполненных филейных клетки. Вот они, 4. То есть вот таким же образом мы должны провязать весь наш рисунок, филейное вязание наоборот, я его называю. Пока у меня только первый ряд узора. В следующий раз я вам покажу, что же у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.